Привет, мои котятки! Сегодня хочу поделиться с вами одним лайфхаком, как сделать оригинальное фото в местах, куда нельзя заехать на транспорте. Наверное, ни для кого не новость, что попасть в такие места можно с помощью трамплина через режим Super 7. Все верно. Но при создании карточки, режим фото не активен. Зато есть перемотка. Нажимаем «Перемотать», далее «Смотреть повтор», и вуаля! Сделать фото. Да, иногда текстуры пропадают, но в режиме фото они появляются. Вот такой нехитрый способ сделать оригинальное фото в Forza Horizon 4. Пользуйтесь на здоровье. Не забудьте поделиться с друзьями, поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Всех обнял и подбросил.